новичками нынешнего Карлсруэ, который заявлен на этот сезон, играют только два воспитанника этой команды. Эрнесто де Сантос и Тим Брук, все остальные футболисты представляли другие клубы, воспитанники других клубов являются. Подача. Очень опасно, Келлер взорвалась, игра Келлера, быстрее, пустые ворота, мяч, ворота, команда Карлсруэ, забил Кембридж! Он был, в конце концов, игроком Дрезденского «Динамо». Разве этого мало?